Детское радио представляет. В одном болоте, а может уже и не в болоте, может в собственном доме или в городской квартире, живет знаменитая лягушка-путешественница. Ква, это я. Больше всего на свете я люблю ква-ква-ква. Кваникулы и путешествовать. Вот только утки, это несовременно. Меня отправляет в разные места нашей страны волшебный глобус. Да, это я так придумала. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, в ней много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы. 10 шагов направо, 3 прыжка налево. Ну давай уже, случайся. Лягушка, что за шум и топот? Глобус, это секретный способ. Я узнала, что делать, чтобы случилось чудо. О, значит, чудес захотелось, лягушка. Еще как? Ну, раз так, отправляю тебя в путешествие и даю задание найти чудо. Кручу, верчу. На каникулы лечу. Чудо чудное, диво дивное, где же ты? Лягушка, ты бы хоть узнала, где находишься. Я как раз и хотела. Ой, котик на дереве и ворона с ним. Может, они говорящие? Извините, не подскажете, куда я попала? Лягушка, это же памятник. Называется «Котенок с улицы Лизюкова». Помнишь, мультфильм такой был? Замечательный мультик. Правда, я думала, что улица Лизюкова только в мультике существует, а она в настоящем городе. Так где же я? В Воронеже. Это большой красивый город с богатой историей. Воронеж называют колыбелью русского флота. Великий царь Петр I повелел здесь строить корабли для государства российского. Город стоит на реке Воронеж, а она впадает в Дон. Место для кораблестроения очень выгодное. Воронежу есть чем гордиться. Это город воинской славы. Это родина многих известнейших людей. А я кого-то из них знаю. А вот мы сейчас и проверим. Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку. Так это же про меня, про меня. Когда я в путешествие собираюсь, я такой чемодан беру и корзину тоже. Да, лягушка, надо сказать, что дама, ты не очень образованная. Я же тебе Маршака читаю. Да знаю, я знаю. Самуил Яковлевич Маршак. Его и все дети знают и обожают за его замечательные стихи. Я пошутила просто. Ну ладно, ладно. Так вот, Самуил Маршак родился в Воронеже, и памятник ему здесь установлен. Ой, я забыла, мне же чудо надо искать. Поскакала. Подожди, может, еще одну дивную скульптуру посмотришь? Она посвящена самой преданной собаке и самой трогательной книге. Это белый Бим «Черное ухо». Лягушка, ты чего ревешь? Белый Бим. Такой памятник прекрасный, но такая история грустная. Вот, купила знаменитые воронежские шоколадные конфеты. Привезу глобусу, попьем с ним чаю. Нам будет немножечко повеселее. Нет, все равно мне грустно. А сейчас-то почему, лягушка? Но я же задание глобуса не выполнила. Чудо не нашла. Надо все-таки секретный способ попробовать. Так, 10 шагов направо, 3 прыжка налево.
Лягушка, ты чего замерла? Смотри, вон, видишь, большая красивая вывеска. Вижу, «Газпром газораспределение Воронеж». Компания, которая здесь газом людей обеспечивает. Да, очень хорошо, а рядом будто картина какая-то необыкновенная. И надпись: «Приезжайте в Дивногорье». Это за городом, лягушка, поедем? Да, я увидела это благодаря своему секретному способу. Это знак. Ну, поехали. Ух ты, какие просторы и скалы, ой, белоснежные. Это Дивногорье, музей под открытым небом. Тут и пещеры в меловых горах, и зеленые долины у Дона, и археологический парк. А что за удивительные белые гиганты? Меловые столбы. Их сама природа создала. Люди называли их дивами, чудесами, то есть. Отсюда и название Дивногорье. Диво, ой, чудо, чудо. Нашла, нашла. Ну ты даешь, лягушка. И на улице Лизюкова побывала, и белого Бима видела, и в Дивногорье попала. Вот так, глобус, работает мой способ. Пойду еще что-нибудь придумаю, чтобы ты почаще меня на каникулы отправлял. Меня ждут Казань с Новосибом, Питер, Самара, Ростов. Какая большая моя Россия, мне много красивых городов. Люблю путешествовать, в море купаться, вкусно поесть и в озера нырять, ходить по музеям и в горы взбираться. В общем, люблю я отдыхать. Каникулы. Лягушки-путешественницы.